الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. сегодня إن شاء الله с вами начинаем новую книгу, так скажем. Книга, которая называется «Великие достоинства Корана». Можно сказать, те темы, которые здесь поднимаются, они связаны с Кораном, да, в частности, с такой темой, как достоинство, достоинство Корана, с разных аспектов, да, достоинство чтения, достоинство чтения молитвы, то есть такие темы будем разбирать Корана. Также будет о величии достоинства Корана в общем. Также будем с вами разбирать о важности чтения Корана. Соответственно, это тоже связано с достоинствами Корана. Будем затрагивать тему достоинства изучения Корана и обучения ему других, заучивания, также достоинства чтения Корана по мусхафу, также предпочтение чтения Корана перед другими поклонениями, также достоинства различных сур Корана или иногда аятов. Некоторые темы также будут затрагиваться, связанные с предметом, так скажем, основами тафсира и улумуль Корана. Да, то есть они как бы такие параллельно идут, да, или взаимосвязаны, потому что понятно, что улюмуль Коран так или иначе вытекает, когда мы говорим улюмуль Коран в общем, так как такое целостное понимание, туда много чего входит, разные науки, и какие-то из них, да, можно расширять, то есть о них знания более широко разбирать, да. Ну, есть какие-то понятия такие общие, да, необходимые для знания каждого мусульманина. Поэтому это такие темы, которые, иншаллах, ну и не только эти, которые назвала, да, мы с вами будем затрагивать. Иншаллах, я надеюсь, да, что у нас получится пройти до конца эту книгу, да, и будет как напоминание, да, напоминание. Потому что, по сути, эта книга, ну, так сказать, не является, да, каким-то таким трудом, как что-то новое, да, там, но является таким сборником определенных далилей, да, которые, тем, которые с этим связаны, да, и связанные с адабом, с достоинством, да, и с улюмуль Кораном в частности. Поэтому, как напоминание для себя и для вас в том числе, иншалла, я надеюсь, будет полезно изучение данной книги вместе с вами, иншалла.